1 січня 2022 року набув чинності закон України про основи національного спротиву. Всі бажаючі можуть записатись до загонів територіальної оборони. Все, що треба зробити – пройти медичний, психологічний та професійний відбори та підписати контракт добровольця. Вже зараз деякі приватні військові школи проводять навчання з тактичної оборони серед предметів «Снайперська справа». Ми вирішили запитати у містян, чи готові вони вступити до загонів тероборони. Люблю Украину, потому бы и вступил. Давайте начнем с того, что я считаю, что Донбасс наш, наш украинский, по праву. И свою территорию надо защищать. Да я думаю, вступил бы, потому что каждый, кто может свою родину защищать, должен это делать. Ну, наверное, для максимально возможной как бы подстраховки, как бы, чтобы ресурсы были какие-то на случай. Если вдруг что-то произойдет. Мне трудно сказать, снайперское как бы дело это такое специфическое, в общем-то, специальность военная, поэтому тут не готов сказать. Тут, наверное, все-таки профессионалы должны больше работать, потому что очень много специфики. Мое отношение какое? Если есть здоровье, если нет никаких противопоказаний, личное желание, почему бы нет? Вы бы пошли. Если бы у меня, да, если бы мне было 25 лет, я бы пошел. Кто будет кормить мою семью и все остальное? Если я был не женатый, ну, можно идти куда угодно. Если у тебя ничего нет, то почему бы не пойти и служить куда угодно и уехать за границу? Я бы не пошел в связи с тем, что у меня уже седьмой десяток, и здоровье не позволяет. Был бы помоложе, пошел бы, конечно, всегда. Скорее всего, все будет влиять, потому что, смотря, конечно, что будет терроборона. Чего не будут делать, понимаешь, если будут какие-то там знания давать, что-то там это самое, по полезным для обороны вещам, конечно, будет иметь значение. Вот. А если будет, так сказать, это все формально, тогда, конечно, не это самое. Пошел бы, че нет. А почему бы пошли? Уже, а кому защищать-то? Надо же куда-то идти кому-то. Надо уже, патриотизм, все, да. Если скажут, то возможно. Ну а если бы сам, то ты бы решил пойти? Ну, погибать не хотелось. Я бы не пошел бы никуда. Я тупо, как сказать, не обязан это. И все, у меня больше, типа, ничего нету.